короткознание от доктора Лены Березовского и маленького Ленечки Плясунова. Вы знаете, что ни в одной стране мира не существует официальной подготовки к беременности, чтобы получать таких вот маленьких пупсиков. Потому что в реальности каждая женщина, каждый мужчина, вообще семейная пара, может приступить к зачатию потомства когда они этого хотят, когда они готовы морально, физически и, возможно, финансово. Мне не хочется, чтобы ваша подготовка к беременности превращалась в бесконечное хождение по врачам, потому что в акушерстве существует всего несколько диагнозов, при которых беременность противопоказана. А в остальном это диагнозы, которые, возможно, требуют определенной коррекции. И, скажем, как гипертония беременных, как сахарный диабет, как эпилепсия и ряд других. Так что, если вам врач назначает гормональные контрацептивы и запрещает беременеть, я бы посоветовала обратиться к другому врачу, потому что планирование беременности – это ваша прерогатива, а не врача. Всего хорошего, до свидания. Ленечка, клепай.